Дорогие друзья, дорогие зрители нашей первой программы в наступившем 2011 году. С Новым годом! Эта елочка – один из немногих признаков новогоднего праздника в нашу теплую солнечную зиму. Пусть также тепло будет в ваших домах в любую погоду. И много приятных минут в наступившем году, в том числе у экранов телевизора. В канун Нового года в аэропорту имени Бен-Гуриона произошло событие, которое называют «Революцией в приеме алии новых репатриантов». Сразу после прилета им был вручен Тудат Зеут – израильское гражданство. Эта страна обозначена цифрой на глобусе. Эти уставшие от перелета и слегка растерянные люди еще не знают, что запомнят этот день на всю жизнь. Два московских рейса доставили в Израиль из российской глубинки и Казахстана последних новых репатриантов 2010 года. Второе десятилетие 21 века, новый 2011 год, новая жизнь в новом доме, в новой стране. Все у них начинается здесь, с аэропорта имени Бен-Гуриона. На святой земле уже все прилетел в аэропорту. Я сейчас получаю паспорт. Все, счастливо, до встречи. Пока. Мы так рады видеть людей, которые улыбаются. Настроение очень праздничное. Мы очень рады, что мы сюда приехали. Забросили на разведку наши дети, двое детей у нас, и наши внуки. А откуда вы приехали? Новосибирск, Сибирь. Вылетали из города сегодня, там минус 37 градусов мороза. Здесь тепло очень хорошо. Вам не мешает, что вот тепло, жарко, и не будет елок на Новый год? Нет, не мешает совершенно. Муж у меня из Азербайджана, я сама с Украины, но жили в России. Поэтому люди привыкшие жить без снега и под палящим солнцем. В Израиле уже бывали? Бывали. А что ты хочешь от Деда Мороза в этом году? Косметику. Детскую. Машину. Машину. Ну, придется вам постараться. Пока буду учить язык полгода, мы приехали по программе «Первый дом на родине». Елкой и снегом нас не удивишь, а вот пальмами и морем, батьями, тогда очень даже нам. У нас сейчас такой праздник в душе, что это лучше, чем Новый год. В Израиле первый раз? Да, конечно. Редко найти человека, который первый раз в Израиле. И откуда вы приехали? Мы из Казахстана. Для нас главное, что здесь мы можем вполне реализовать себя как семья. То есть мы можем родить здесь детей. Вот, они будут больше защищены с точки зрения медицины, с точки зрения развития, получат лучшее образование, чем это могло быть в Казахстане или где-то. То есть это шаг в будущее для нас обоих. И я, собственно говоря, ожидал, что здесь все будет получаться, и оно так и получается. Вот. И, конечно, это очень большой сюрприз получить сразу же гражданство. Потому что в других странах это занимает месяцы, годы. Смотрите, нету ни одного государства в мире, которое через 15 минут после прибытия нового жителя страны дает ему гражданство. И самым главным символом гражданства является Тудат Зеут, является удостоверение личности. И этот акт мы совершаем сегодня здесь. Начинаем его задействовать для всех новых репатриантов, которые приезжают группами или в одиночку. Люди приезжают сюда, отсюда они должны выйти как можно быстрее и коротко, успеть получить те сервисы, которые сэкономят им потом месяц-два месяца беготни по всевозможным правительственным учреждениям. Вы уже осознали, что это вроде как вам новогодний подарок, потому что мы, например, такую штуку не получали. А, ну да, это уже сообщили, да? Что мы первые, да. Ну и дай бог не последние. Так что пусть и без елки, но новогодний подарок новым репатриантам все-таки приготовили. А в качестве Деда Мороза выступили глава Сахнута Натан Щеранский и сразу два министра – Софа Ландвер и Эли Ишай, министр внутренних дел от религиозной партии ШАС. Он категорически против елок и празднования нового календарного года, который в Израиле упорно называют Сильвестром. Да и Алию из бывшего СССР, глава МВД, мягко говоря, не жалует. Так что такая чудесная метаморфоза с Эли Ишаем, возможно, разве что в канун Нового года и не без усилий коллег по кабинету. Это вещь, которая стала возможным, потому что мы поломали этот бюрократический барьер. И по-доброму можно сказать, наверное, те, которые приехали вместе со мной и вместе с вами на протяжении вот этих последних 20 лет, могут белой завистью позавидовать. Еще как? Конечно, есть чему позавидовать. В 90-е этот зал был заполнен до потолка. Теперь репатрианты – народ почти штучный. У них действительно мягкая посадка. Редко у кого в Израиле нет родственников или друзей. Многие здесь уже бывали по несколько раз.
но и для них сегодня особенный день. Вы знаете, что мы много раз прилетали в Израиль, и когда мы подлетали к Тель-Авиву со стороны моря и смотрели эту морскую полосу, и я уже думал, что придется возвращаться обратно. И уже были такие, знаете, такое было чувство горечи было. Вот. А сейчас мы приехали, впервые подумали, что не надо будет смотреть, сколько дней отсчет обратный делать. У нас все родственники здесь и чуть-чуть в Америке. Ребенок один раз в году видеть, это очень тяжело, и внучку тоже. Наконец-то. Но все же есть то, что за десятки лет осталось здесь неизменным. Это начальник отделения Министерства абсорбции в аэропорту имени Бен-Гуриона Борис Гельман. Вместе с теми, кто приехал сегодня, он принял за последние 20 лет 1 миллион 4 тысячи репатриантов из бывшего СССР. Я всегда, когда вижу вас, я всегда возвращаюсь и всегда переживаю вот тот момент, когда я сюда приехал. Огромное вам спасибо. Я очень рад. Еще одна партия. Относитесь ли вы к этим людям так же, как тем, которые были много лет тому назад? Если бы волнение. Вы могли сейчас проверить мое тело, вы бы видели, что по мне мурашки ползают. Потому что невозможно встречать евреев, не волноваться. Так это у меня было каждый раз. И когда меня на улице встречают и останавливают люди, там вы нас встречали в Вене, вы нас встречали 20 лет тому назад мы приехали, вы нас встречали в Москве, вы нас встречали в Хайфе. Это не просто так. Я смотрю на каждого проходящего русскоговорящего, как человека, который как бы член моей семьи, с которым я имел какое-то отношение. И имел какое-то участие в его алие. Это необычное чувство. Сколько всего таких ваших родных и близких прошло через этот зал, через вас? 73-го года. Посчитайте, сколько это было. Это свыше 1,5 миллиона человек. Что бы вы хотели, чтобы в следующем 2011 году произошло в вашей жизни? Чтобы мы здесь остались жить. Чтобы мы здесь вошли в израильское общество. Чтобы мы здесь сами понравились всем. И ждем внука к себе жить и учиться. Надеемся, что он к нам приедет. В следующем 2011 году? Да. Процветание. Всем процветание, здоровья, радости. Да, бабушка с дедушкой. Бабушка с дедушкой вот, буквально через феврале. Месяц. Такие молодые бабушки и дедушки – это просто наша израильская традиция. Для меня это замечательный Новый год. У меня появилось два моих первых внука. Мои две девочки приняли по внуку. Что может быть лучше? Плюс к тому, есть увеличение алии со всего мира. Из бывшего Советского Союза приехали 7300 человек, что примерно 12% больше прошлого года. Но больше народа приехало из Франции, из Англии, из Аргентины, практически. Из Соединенных Штатов Америки на 5% больше. Практически это всюду в среднем на 10% больше. Что-то евреям, наверное, нравится у нас. Ну, я бы, конечно, объяснял все это благодаря тому, что я председатель Сахнута. Но думаю, что есть еще одна причина. Экономическая ситуация в мире нестабильна, а в Израиле очень стабильна. Вот все время нас ругают, говорят, как у нас плохо. У нас замечательная, стабильная экономическая ситуация. У нас безработица ниже, чем в любой другой развитой стране. И у нас люди улыбаются, как нигде в другом месте мира. Поэтому с Новым годом, с улыбкой вам из Израиля. Мы посылаем вам нашу улыбку. Приезжайте и посмотрите. Желание, чтобы все евреи приехали в Израиль. Чтобы у них был дом, каким я бы хотел видеть для них, так как я его вижу для себя. Большего счастья, по-моему, желать не надо евреям. И чтобы очень много-много поколений репатриантов приняли. Спасибо. Я желаю здорового года. Это в первую очередь самое важное. Я желаю, чтобы на следующий год мы преодолели не только в Министерстве абсорбции, а по всей нашей жизни вот эти бюрократические препоны, которые мешают нам жить. Чтобы добро сопутствовало каждому человеку. Я желаю всем евреям, рассеянным по многим странам мира, у нас есть дом, его зовут Государство Израиль. Эта страна обозначена цифрой на глобусе. В этой стране чудесам не девятся давно. В эту
эту страну приезжают и варятся в соусе, привкус которого всем оценить не дано.